Здравствуйте, друзья Шоу Веры. Мы начинаем очередную программу «Во имя Иисуса». Меня зовут Давид Суарес. И совсем скоро, через проповедь доктора Суареса, мы получим Слово от Бога, которое войдет в ваше сердце. Со Словом Божьим мы получаем возможность принять решение. Жизнь состоит из решений. Сегодня вы тот, кем вы когда-то решили быть. Я сейчас здесь перед вами, потому что однажды я принял решение. Взглянул на свою жизнь, взглянул на то, к чему Бог призывал меня, и сказал: «Я хочу быть частью плана Бога». И Бог начнет действовать в вас. В притчах, глава номер 20, говорится, что гроза царя как рев льва. Представьте, что вы встретили льва сегодня. Многие сказали бы: «Не дай Бог оказаться на пути льва, он убьет меня, разорвет на куски». Это правда, так и произойдет, потому что лев, он силен и хитер, и он внушает страх. А теперь представьте человека, который пренебрегает словом Господа Бога. Об этом говорится в притчах. Он словно услышит оглушительный рев льва. Так говорится о человеке, который спровоцирует гнев царя, нашего Бога. Как мы провоцируем гнев царя? Когда я смотрю на то, что Бог говорит моему сердцу, и говорю: «Я не могу, это тяжело, кто я такой?» Вы тот человек, которого искупили кровью Иисуса. Вы особенный человек для Бога. Нет никого подобного вам в мире. Возможно, сейчас у вас проблемы, вы из простой семьи, вы не можете содержать семью, но Бог хочет наставить, Бог хочет двигаться в вашем сердце и благословить вас. Поэтому обратите внимание на это слово. Приносите Богу радость, а не расстройство. После этого мы с вами увидим историю из реальной жизни, увидим людей, задающих вопросы, людей, которые что-то не поняли в Слове Божьем, и мы помолимся за всех. Сегодня день чудес. Иисус Христос – Творец чудес. Давайте смотреть Шоу Веры, и после молитвы я вернусь назад в студию, чтобы поговорить с вами во имя Иисуса. И для Иисуса эти прекрасные аплодисменты. Друзья мои, сегодня будет еще один день благословения здесь, а также у вас дома, где бы вы ни были. Так как мы переживаем хороший период, Бог нас использует, могущественная рука Господа действует в нашей жизни, и все способствует тому, чтобы Бог совершал свои чудеса. Сегодня я продолжу с вами одно изучение, которое я начал на предыдущем служении. Это первое послание, которое Павел послал Тимофею, глава 3. Указание для людей Бога. Здесь Святой Дух использовал апостола, чтобы сказать следующее, стих 7. «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание, позор, стыд и сеть дьявольскую». Это лучшее свидетельство. Истинный слуга Бога не склонится ни перед каким недостойным делом, не протянет свою руку ни к чему ошибочному. И когда такой человек молится за себя, можете записать: «Бог ответит». Это очень хорошо, это необходимо. Но хорошо для чего, доктор Суарес? Апостол здесь поясняет. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Дьявол будет бороться, чтобы сотворить с вами две вещи. Во-первых, чтобы вы пережили стыд, позор, чтобы вы оступились, испачкались. Вот, видите, говорил, что от Бога, а смотрите, что этот человек натворил. Осторожно, так как это стратегия дьявола. Для начала дьявол хочет сделать с вами две вещи. Заставить вас стыдиться и опутать вас своей сетью. Тогда вы в его руках. И он будет стараться добиться этого. И как же мы тогда можем, доктор Суарес, избежать этого деяния лукавого? Обратимся к Псалму 106. Псалтырь – это середина Библии. Вы, кто сейчас дома, приготовьтесь, Бог сделает для вас нечто прекрасное. Стих 3, номер 3. «Блаженны хранящие суд и творящие правду». Те, кто изучает Слово Божье, оно и есть правда. «Во всякое время». Итак, дьявол
хочет сделать с вами две вещи – предать вас стыду и поймать вас в свои сети, ибо его намерение – убить вашу веру, это отнять вас у вашего благословения и разрушить вашу духовную жизнь. Именно это он хочет сделать и некоторых уже заполучил. У человека нет больше того вдохновения в вере, полон стыда, даже не знаю, если откроется, как если откроется, я не смогу. Он добился успеха. И он делает это через нарекание и с помощью сетей, которые ставит. Святой Дух использовал псалмопевца, чтобы сказать, что благословенны те, кто творит правду. Слово Бога, она это правда. Нет ошибок в слове Бога. Человек, который не подчиняет свою жизнь слову Бога, очень далек от того, чтобы угодить Богу, и бедолага будет иметь проблемы целую вечность. Так как есть вещи в его жизни, которые занимают место слова, хоть и не должны были занимать, ничто не должно занимать место слова, и эти вещи не от Бога, а не от лукавого. Итак, если вы не желаете пережить позор, стыд, надругательство, если вы не хотите попасть в плен в сети дьявола, делайте две этих вещи. Слушайте, что говорит Бог. Больше ничего не нужно, никто больше не должен вам ничего говорить. Так написано в Библии, я сделаю готово. Но не буду делать так, как Библия говорит, не делать. Буду делать так, как Библия говорит, делать. И точка. Но, доктор Суарес, я чувствую очень сильные искушения, когда я вижу это, я уже сделал. Поговорите об этом с Богом. Господь Бог, я не нахожу твоего слова. Открой мне путь. Вот этот путь. Я даже пытаюсь, но падаю. Мне необходимо освобождение, благодать, посещение. Мне нужна сила, Отец, внутренняя. Мне необходимо действие Господа в моей жизни. Я должен уважать Твое Слово. И у вас будет эта сила, так как все мы с вами равны. Одни чуть слабее, другие чуть сильнее, но Бог умеет всех уравновесить. Тому, кто более слабый, Он дает больше сил. Кому столько не нужно, Он дает необходимое. И вы тогда будете подчинять свою жизнь его указаниям, потому что написано в слове, тому, что никогда не изменится, никогда, никогда. И несчастен человек, который нарушит любую из заповедей. Завтра он будет посрамлен и будет в руках у лукавого. Он будет им опутан, он будет им связан. Но нет, возможности есть, если вы раскаетесь от сердца, если уладите с теми, кому вы причинили неприятности, полностью очистите за ошибки, брат мой, можете быть уверены, что Бог вас благословит. Брат мой, спасение придет, и вы не падете во что? В нарекание, в дьявольские сети, чтобы быть там в плену. Блаженны, счастливы, очень успешны. Эти будут освобождены, хранящие суд, и что еще? И творящие правду, которые изучаешь, написано в Слове Богу, во всякое время. Что значит хранить суд? Это значит получить свои права во Христе и требовать. Начиная с исцеления от болезни, заканчивая прощением грехов, процветания, всего того, что из Слова Бога, вы чувствуете и понимаете, что Бог дает вам. Знаете, вы будете благословением во имя Иисуса. Что хочет сделать демон? Павел сказал Тимофею, Тимофей, скажи всем людям, что они должны иметь доброе свидетельство от внешних, они должны быть известными, как люди от Бога. Иногда не только совершая чудеса, но также живя честно, уважая права ближнего, уважая очаг ближнего и еще много другого. И так нужно жить так. Зачем? Чтобы не впасть в нарекание. А есть те, кто впадает, друзья. Когда он молится, демон упирает руки в боки, смеется. Да ну, велишь мне уйти? Ха, ты в моих руках. Я прикажу, он сделает. Он в моих сетях. Кто он такой, чтобы приказывать мне уйти? Говорит мне в лицо, что я недостоин, чтобы я убрался. Он мне подчиняется? Она мне подчиняется? Нет. Делайте все, чтобы иметь доброе свидетельство от внешних. И что еще? Чтобы не впасть в нарекание. 1 Тимофею 3:7. Чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. И Бог вовсе не шутит. Бог говорит серьезные вещи. Бог смотрит на меня, смотрит на вас и дает нам путь к успеху.
Если вы были на этом пути и свернули, теперь остановитесь. Хорошо, посмотрите на себя, посмотрите в зеркало и скажите: «Я не пойду в ад, я пойду искать моего Бога. Я полностью очищусь. Грешить бессмысленно. Грех – это заблуждение». Я сказал одному человеку на этой неделе: «Вы заигрываете с этим, но у вечности нет конца, а вы себя исключаете из вечности». Но сказал серьезно, с полным основанием, так как человек думает, что может делать. Но он не должен. Вы запутались именно так. Примите серьезные решения, разве что вы себя не любите. Так как если человек знает, что есть бандиты, которые его похитят, замышляют это, он будет спать в полицейском участке, на полу там. Нет, вы меня защитите, я не хочу быть привязанным к дереву в течение целой недели, 15 дней в чаще леса. Нет, я не могу. Но не 15 дней и не неделю вы будете привязаны. И не в чаще леса. Вы будете связаны бессмертным пламенем преисподней, страдая в руках у сатаны не одну неделю, 15 дней, 7 лет, 15 лет, 15 миллионов лет, 15 миллиардов на целую вечность. Брат мой, есть лишь один способ выполнить волю Бога. Псалом 106, стих 3. Блаженны хранящие суд и творящие правду. Рассматривайте. Смотрите направо. Рассматривать значит, смотреть внимательно. Изучать. Посмотрите, не приступаете ли вы того, что написано. О, Бог, я приступаю. Иисус сказал, что кто смотрит на человека противоположного пола, пытаясь, стараясь, стремясь привлечь внимание, в своем сердце уже прелюбодействовал с ним. О, Бог, я не хочу этого, нет. Я хочу чистоты глаз. Я хочу чистоты души. Я хочу, мой Бог, быть у тебя в руках и исполнять твою волю. Итак, блаженны кто? Кто блаженны? Хранящие суд и творящие правду. И тогда у них будет понимание, будет свет, и они избегут ошибок. Хранящие суд и творящие правду. И когда это будет, друзья? Во всякое время. Что это значит? Даже если у вас есть право дать сдачи, не давайте. У меня есть право. Не давайте. Храните суд, и вы будете вознаграждены на небесах. Брат мой, вознаграждение будет велико. У вас не будет времени, чтобы оценить вознаграждение. Даже если вы проведете там целую вечность, оно так велико, что вам не хватит времени. Так что страдайте за любовь к праведности, столько потребуется. Не давайте сдачи. Осветитесь Богу, чтобы Бог сделал из вас благословение. Клоните голову, закройте глаза. Отец, большое спасибо. Господь прекрасен. Господь воистину благословляет. Господь наполняет нас радостью, и Господь помогает нам подняться в вере. О, Бог, это то, в чем мы нуждаемся. В чистоте нашего взгляда, наших слов, наших рук, наших чувств. О, Бог, желание, Отец, очисти нас полностью. Прости тех, кто сейчас молится. Бог, я прошу, помоги мне, помоги этому человеку. Очисти этого человека, Отец. Бог, я прошу сейчас твоего вмешательства, прежде чем совершится дело нечистого. Так, Отец, он сделает нарекание, он заставит стыдиться. Он, о Бог, пленит этого человека навсегда. О, освободи, Отец, я прошу тебя во имя Иисуса. Если вы на самом деле хотите уладить все с Богом, молитесь сейчас правильным образом. Признайте свое потерянное состояние. Просите Иисуса прийти в вашу жизнь и стать вашим спасителем. Примите его сейчас и займите позицию, и Бог сделает вас очень благословленным. Я вас благословляю во имя Иисуса. А вы скажите аминь. О, слава Богу! Бог добр. И говоря о его доброте, в последние дни я молюсь о позвоночнике, и Бог исцеляет очень многих. Я не хочу прерывать эти молитвы. У кого здесь есть проблемы со спиной, поднимите вот так руку во имя Иисуса. Те, кто подняли руки, пройдите сюда вперед, я помолюсь за вас. Количество уже уменьшилось. Иногда проблема в ноге, колене, в щиколотке и в голове, так как отражается от позвоночника, как сказал врач. Итак, то, что я говорю, это причина и следствие. Быстренько, вы дома то же самое. То, что произойдет здесь, произойдет у вас дома.
произойдет в любом месте. Бог снизойдет в вашу жизнь во имя Иисуса. Я лишь подготовлю этих людей, чтобы затем вы помолились и увидели руку Бога в действии. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на меня. Смотрите прямо на меня. Мы не получаем благословение Бога по заказу. Но когда просим, мы просим правильно. Так что в момент, когда я буду молиться, не пытайтесь уже проверить, можете ли вы пошевелиться, можете ли присесть, или прекратились боль. Будьте тверды в вере. Когда я завершу молитву, когда я попрошу: «Господь, коснись их позвоночников», когда просите во имя Иисуса, Он отвечает, Он коснется в нужном месте. Когда я закончу молитву, я скажу: «Сделайте то, чего вы не могли сделать». Если вы будете думать, может, получится, а если будет больно, у вас не получится. Так как вы сомневаетесь, вы пребываете в руках врага, а в вере вы находитесь в руках Иисуса, а Бог творит лишь в руках Иисуса. Склоните голову, закройте глаза. Отец, я пришел во имя Иисуса просить за этих людей. Мой Бог, я хочу, чтобы все они сейчас были благословлены, исцелены, освобождены. Отец, коснись этих позвоночников сверху донизу, целиком. Сделай, чтобы позвонки вернулись на свои места, чтобы диски, о Бог, выпрямились. Убери грыжи дисков, остеофиты, артрит, артроз, ревматоидный артрит, остеопороз, любое зло, Отец, лордоз, сколиоз, что угодно. Отец, пошли свой огонь, сжигая сейчас в этом позвоночнике. Этот дух немощи, он не может сопротивляться. Отец, он уберется вон, так как теперь настал час твоего действия. Коснись всех этих позвоночников и исцели этих людей. Я воспользуюсь властью, которую Господь дал мне во имя Иисуса. Я теперь принимаю власть над этим злом, которое было послано, которое проникло злом врожденным. Человек уже родился с этим злом. Я приказываю сейчас: дух немощи, выйди сейчас из этих позвоночников, уйди из этих позвонков, уйди из этих дисков, обратись в бегство. Я сейчас требую, я говорю, во имя Иисуса Христа убирайся, и ты, что в доме у этого человека, вызывая те же страдания, оставь теперь во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса сейчас уйди все зло. А вы скажите: я верю, Господь. Я верю, Господь. Спасибо, Иисус. Спасибо. Кто верит, поднимите обе руки к небесам повыше и скажите: спасибо, Господь. Спасибо. Наклоните 4 раза до пола во имя Иисуса. Побыстрее, если промедлите, больше не сможете. Быстрее. Вот так, наклонитесь, присядьте, чего вы не могли сделать, 4 раза. О, слава Богу. Сработало, друзья. Кто сейчас исцелился? Поднимите вот так руку, поблагодарите Бога. Сделайте рукой вот так. О, слава Богу. Переходим к истории из реальной жизни. Я не был знаком со Словом Божьим. Я жил в мире, который считал абсолютно, считал верным. Но на самом деле это был мир обмана. Так я и жил. Можно сказать, что я полностью выполнял волю врага. Я думал, что я делал все абсолютно верно. Я уже был женат. Женат на моей супруге. И наши отношения в первые месяцы были отличными, но потом все стало ухудшаться. Он уходил, и я оставалась одна дома. Я знала, что он был с другими женщинами. Он приходил лишь на следующий день. Я голодала вместе с моей старшей дочерью. Он вообще не помогал. Он совсем не помогал, и все заработанные деньги он тратил на вечеринки, на встречи с женщинами. И я всегда была дома одна. Когда он приходил, мы ругались. Постоянно мы ругались. Один оскорблял другого. Мы вечно ссорились, и я очень страдала. Я не вылезал из интернета, знакомился с разными людьми, знакомился со многими женщинами и изменял с ними моей жене, предавал ее. Моя семья уже не воспринимала меня вместе с ним. Больше никто нас не поддерживал. И некоторые говорили:
Ты заслуживаешь всего того, что происходит, потому что в вашем доме нет уважения, потому что ты все ему прощаешь. Нам даже негде было жить. После того, как мы вместе с ней начали жить по отдельности, по правде говоря, чтобы быть более честным, по-честному, в нашем доме не было даже места, чтобы присесть. И тогда началась моя борьба. Где-то 6 месяцев борьбы, от 6 до 8 месяцев страданий. Я думаю, что это Господь проверял меня, не знаю. Она всегда была крепка в своей вере в Господа, она искала Его, а я только отдалялся. Я ходил в церковь только потому, что она ходила. Я говорил, я пойду только, чтобы показать, что я тоже хожу. Только чтобы она не заметила, не знала, что я был потерян, я жил в грехе. Настало время, когда я уже не выносила. Я уже была готова сдаться. Пришло время, что я уже не могла выносить. Я сказала, Господь, я не выношу, не наказывай меня. И каждый день я мучилась. Не ходи в церковь больше, ты все делаешь, и Господь не разрешает. Твоя жизнь только ухудшается и не улучшается. Но я пошла, и я промучилась весь день. Настала ночь, не ходи, не ходи. Потом я услышала внутри себя голос, спокойный голос. Иди в церковь. Там ты услышишь Слово Божье, и Бог утешит тебя. Когда я пришла в церковь, в тот день пришла пастор Силвана. Когда я была на самом пороге церкви, чтобы войти, Бог явился вместе со словами из Исаия, глава 41, стих 10. «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и я поддержу тебя десницей правды моей». Именно на этих словах я вошла и просто опешила, и сказала, «Господь, ты говоришь со мной». В тот самый день проходила проповедь, и когда она закончилась, в самом конце службы, она спросила, кто хочет стать ближе к Богу, и принять Иисуса как единственного Господа и Спасителя. Я взял и поднял руку, и тогда я начал действительно следовать пути Господа. О чем гласит Слово Божье? Что не существует иного искушения, как человеческого, которому мы не можем противостоять. И я принял для себя эти слова, слава Богу, и скажу в нем, я лишь крепче верю в существование Господа. Наши отношения теперь — это благословение. Мужчина, который никогда не был ласковым, стал внимательным. Я думаю, что это было великим благословением. Бог изменил меня, изменил мою жизнь. Только Иисус может изменить ситуацию, только Иисус. Это портрет многих домов. Пока не принято обязательство перед Богом этого участия, пока не принято верное решение в сердце, дьявол делает с вами то, что делал в их жизни. Но в час, когда она открыла сердце, пришло слово, она получила слово и помолилась, Бог изменил ситуацию. Сделайте то же самое. Те, кто меня сейчас смотрит и больше не выдерживает, придите в дом Бога и можете быть уверены, что Бог вас благословит. Поднимемся, чтобы помолиться. Поднимите голову, закройте глаза. Отец, я не мог не объединить свою веру с верой стольких драгоценных, чудесных людей, которые сейчас молятся со мной. Это люди, о Бог, некоторые из которых во грехе, каким был этот мужчина из Аркажу. Столько унижений жена страдала, столько голода, Бог. Отец, скольких жен сегодня не чтут, сколько голода, скольких жен не чтут, Отец. Отец, измени эту ситуацию. Это нарекание, это позор, это стыд для завтрашнего дня. Это сеть дьявола, чтобы опутать этого человека и разрушить его. О мой Бог, подними его. О мой Бог, действуй. О мой Бог, поставь финальную точку. Отец, во имя Иисуса я прошу освобождения для этого человека. Помоги ему быть внимательным, хранить суд и творить правду, Бог, чтобы он был очень успешным. Я молюсь во имя Иисуса. И этим именем я знаю, Господь не отвечает. Я знаю, что Господь будет меня сейчас использовать. Отец, я молюсь за тех, кто болен, немощен, кто, Бог, лежит в постели, не поднимаясь, кто поражен, кто в депрессии, он раздавлен. И, Господь, где находится Бог этого человека? Он забыл, он вне Господа. Пусть он быстрее примет его в себя, примет Бога. Отец, я сейчас буду благословлять этих людей. Я воспользуюсь властью, которую Господь дал мне, чтобы дать этому человеку свободу. Брат мой, моя вера едина с вашей. Я сейчас молюсь за тех, кто здесь, кто смотрит по телевизору или по интернету. Что вы делаете? Дьявол ужинает вами. Как это возможно? Вы чадо Бога. Поднимитесь,
Встаньте на ноги, Бог поговорит с вами. Ты призван, чтобы стать благословением, и Бог сделает это сейчас. О, мой Бог, я только что проповедовал для этого человека. Теперь я использую власть, я использую сейчас, я говорю, дух неудачи, дух поражения, дух преисподней. Отпусти сейчас этого мужчину, отпусти эту женщину. Я приказываю сейчас, уйди из этого тела полного ран, гнилого. Я приказываю, убирайся во имя Иисуса Христа. Я сейчас требую, требуйте, брат мой, где бы ни было ваше зло. Зло сейчас должно уйти, разрушено все зло во имя Иисуса Христа. Итак, мы с вами вернулись назад в студию, и то, что Бог вложил вам в сердце, произведет семя. Это семя будет расти. Иисус сказал, что если вы возьмете семя, даже самое маленькое из всех существующих, не нужно примесей, бросьте его в землю и увидите, что будет. Полейте его немного, и оно вырастет и даст большие плоды, огромные, и будет расти еще больше и приносить больше плодов. Возможно, вы получили небольшое откровение, но используйте его в жизни. Начните сегодня: «Бог, я буду верить в Твое Слово, я займу эту позицию». А когда придет искушение и будет соблазнять, скажите: «Нет, я решил слушать это Слово Божьего, я подчиняюсь Ему, и оно даст мне ответ. И это Слово принесет ответ в вашу жизнь. Я оставлю наш телефон, а также наш имейл, чтобы вы связались с нами, позвоните нам, как я, так и наши друзья, служители, пасторы. Мы к вашим услугам, чтобы помолиться за вас. Если вы не смогли дозвониться, не сдавайтесь. Звоните еще раз, отправьте сообщение, скажите: «Мне нужна помощь. Помолитесь за меня, за мою жизнь, и мы будем искать силу Божью, чтобы вы были благословлены». Хорошо, дорогие? План Господа Бога – это план мира, план радости, план процветания, и Он хочет благословить ваши жизни. Итак, пусть Бог благословит и защитит вас. До следующей встречи во имя Иисуса.